Привет! Выходные – это самое время отдохнуть, как физически, так и морально, а также зарядиться на неделю грядущую. Дома это делать лучше. Сейчас расскажем о самых интересных проектах, которые подготовили в Самаре. Кто такие тимуровцы? Откуда пошло это название? Чем они занимались и почему советские дети хотели носить это гордое имя? Ответы на эти и другие вопросы готовы дать в музее Ильдара Рязанова в это воскресенье. Лучше усвоить материал гости смогут с помощью специальной музейной игры, во время которой познакомятся с музейными экспонатами, которые и помогут им выполнить задание. Сегодня вечером в кинотеатре «Вертикаль» открывается стендовая выставка от музея Ильдара Рязанова, посвященная столетию со дня рождения драматурга, сценариста, заслуженного деятеля искусств РСФСР Эммануэля Брагинского. Информацию из стендов значительно дополнит онлайн-выставка на сайте музея, где можно будет увидеть экспонаты, характеризующие творчество автора. Среди них печатная машинка, на которой работали Брагинский и Рязанов, а также сценарии, книги и фотографии. По предварительной записи можно попасть на лекцию, где все расскажут о главном зимнем волшебнике. История появления образа, его возникновения в российской культуре. И верят ли современные дети в волшебство? А как сделать так, чтобы поверили? День рождения Деда Мороза – тема этой субботы в музее Алабина. О жизни и творчестве Алексея Толстого расскажут в литературном музее. Здесь же готовы подметить самые интересные детали выставки «Зачем читать чужие дневники». Обязательное условие – предварительная запись. На этом все. Берегите себя и сохраняйте отличное настроение. Помните, дома лучше. А если все же решитесь выйти в свет, не забудьте об аксессуаре. В регионе сохраняется масочный режим. Пока-пока. What?